Вот мы говорим «Новый год». И, естественно, встают перед нашим взором лес, зеленые ели в белых пушистых папахах, и добрейший Дедушка Мороз с его подарками, и веселая пляска огней. Новый год пришел, и мы чуточку постарели с вами, самую-самую малость. Но кто об этом думает сейчас, когда на носу Новый год? Торопитесь, покупайте подарки. Это ведь так приятно, делать друзьям новогодние подарки. А время бежит, бежит, стрелки торопятся, и уже остается всего несколько часов. Ах, как много нужно успеть. Да разве мужчины это оценят? Парикмахерской, да, очень. Да, я рад, дорогая. Как это все знакомо. В последние минуты хватать такси, мчаться по улицам, скорее, скорее не опоздать бы. И все успевают, обязательно успевают, где бы их ни застала полночь. Успевают поднять бокалы за наступающий Новый год.